Ну что, расскажи, пожалуйста. Где у меня денег? Мы из себя сейчас в коридоре на этот, где сейф у нас стоит. Понятия не имею. Ну, стыдно-то. Игорь, зато покой захотел. Если с ним разбери дома, скажи, что за лицо пришел. Есть. Чьи это таблетки? Кто это положил сюда? Не знаю. Может, это лишние. Прикинь, какой это. Лишние таблетки заберите себе. Да мне не нужны. Это, в краевую больницу там шайте. Ну, конечно, там мало. Мало травится. Слышно, что творили корзину? А что это не за? У нас есть там сегодня хаска выскочила на улицу. Что это? Знаете, кто это? Но она же все время погоду держит. Чтобы она послушно бегала. Непослушные собаки вообще. Решила найти себе что-то. Ну вы даете. Разве можно таких здоровых? Я не где твои братья? А сестра? Сироги? Да, ее только. На сердце? Папа где? На службу пошел? А мама на работе? На работе, я забыла. Начнем? А что начнем? Батюшку ждем. Как? Батюшку ждем. Споем пока Царю Небесный. Царю Небесный пока споем, да и все. Будем сидеть все равно. А что будем сидеть? Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами. Не дай нам уклоняться ни влево, ни вправо. Но научи нас следовать за Тобой строго по окравленным Твоим стопам. Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Сегодня годовое собрание у нас. Тихо, тихо. Общими. Сестры потом колени. Повестка. Мамочка, посчитай, сколько людей у нас. Пожалуйста. Острый ум у тебя, да? Верификация членов общины. Отчет о проделанной работе старшей сестры сестричества, казначея и секретаря за отчетный период. Выборы старшей сестры сестричества, казначея и секретаря. Отчет о проделанной работе членов церковно-приходского совета за отчетный период. Выборы членов церковно-приходского совета. Отчет о проделанной работе исполнителей-наблюдателей за отчетный период. Выборы исполнителей-наблюдателей. Выборы ревизионной комиссии.
и внесение изменений в устав общины. Итого 9 пунктов. Еще один пункт – рассмотрение предупреждения из управления юстицией. Да. Ты потом скажешь, я внесу. Итого 10 пунктов. Первый пункт – перерегистрация членов общины. Давайте регистрируем. Алфимова Людмила Степановна. Есть? Говори. Откликайтесь, что называет. Не вставайте, просто откликайтесь, что там. Я или есть. Ну вот у меня в списках числятся Барабаши Мария Игоревна и Терентий Игоревич. Ну, они в наших? Ну, наши? Наши. А Терентий? Тоже ваш пока еще ваш. Хорошо. Уступаем. Барышникова Валентина Алексеевна. Бауэр. Севастьян, да. Угу. Блинникова Раиса Николаевна. Вот она. Борисова Валентина Павловна. Есть. Брыткова Любовь Нет. Петровна. Головач Андрей Игоревич. Есть. Гончарук Александра Михайловна. Есть. Дмуха Константин Георгиевич. Есть командировки. Дмуха Надежда Александровна. Она тоже в отъезде она. Дмуха Татьяна Анатольевна. Работает. Дробот Анастасия Валерьевна. Есть. Работает. Дыбунов Игорь Владимирович. Здесь. Дыбунова Марина Геннадьевна. Ельникова Анна Кузьминична. Есть. Жолнарова Нина Александровна. Да. Загуляев Алексей Есть. Викторович. Загуляева Галина Александровна. Здесь. Загуляева Наталья Валентиновна. Здесь. Зверева Маргарита Александровна. Здесь. Капустина Татьяна Кузьминична. Здесь. Колесников Никита Андреевич. Потеряевки. Командировки. Стариковцев Михаил Петрович. Здесь. Кравченко Валентина Ивановна. Здесь. Кручина Здесь. Анна Александровна. Болеют. Кручина Николай Павлович. Здесь. Кудрявцева Галина Николаевна. Здесь. Лаптин Игнатий Тихонович. Лаптина Надежда Васильевна. Немцова Галина Ивановна. Новикова Татьяна Владимировна. Пащенко Владимир Александрович. Здесь. Галина Ивановна. Немцова Галина Ивановна. Галина Васильевна. Галина Васильевна. Василия, да. Вот, да. Прошу прощения. Что молчишь, сидишь? Да не про нее просто. Она и молчит. Прошу прощения. Пащенко Владимир Александрович. Я. Петеримов Виктор Правда. Анатольевич. Петеримова Алевтина Пантелеевна. Матвеевна. Понятно. Петеримова. Петеримова Лариса Ильинична. Политытина Елена Валерьевна. Польгуев Николай Валентинович. Здесь. Польгуева Надежда Ивановна. Здесь. Попов Вадим Викторович. Попова Надежда Андреевна. Пупков Сергей Павлович. Здесь. Сироткина Антонина Севастьяновна. Здесь. Соклакова Ольга Викторовна. Она сегодня там она не сможет. Сокольских Валерий Сергеевич. Здесь. Сокольских Елена Валерьевна. Третьяков Игорь Владимирович. Третьякова Юлия Викторовна. Здесь. Нагаева Мария Яковлевна. Фатеева Любовь Николаевна. Здесь. Фоменко Валентина Ильинична. Болеет. Цингаева Татьяна Александровна. Здесь. Черепанов Василий Николаевич. Что-то нет. Вот где она? Чернявская Александра Ивановна. Шубина Зоя Николаевна. Она была в прошлый раз. Щутина Неонила Алексеевна, Яковлев Виктор Андреевич, Здесь. Яковлев Никита Викторович, Я. Якушева Тамара Ивановна. Итого у нас в общине на сегодняшний день 60 человек. 60. По сравнению с прошлым годом у нас убыль 3 человека, трое ушли, никто не пришел. По сравнению с предыдущими годами, до этого у нас было 65 человек, до этого 67, до этого 73. Таким образом, последние 5 лет наблюдается стойкая тенденция к сокращению списочного состава. Ну и растет количество сестер, которые по немощи не могут постоянно посещать храм. Без комментариев, просто констатация факта.
Дальше, батюшка, давайте. Дальше что у нас? Доклады о проделанной работе в отчетный период старшая сестра сестричества Капустина Татьяна Кузьминична. Кратко и лаконично. Я кратко. На сегодняшний день у нас остаток средств 12 736 рублей. Последний раз мы кассу снимали 7 июня 2015 года. Да и не всю мы даже снимали. Там очень много мелочи половины. Поэтому мы ее оставили, не считали. Вот. И 19 900 рублей. Вот сняли мы кассу. С июня вот 15 по сегодняшний день на посещение болящих было затрачено 7 164 рубля. У нас очень много болящих, старец много, которым за 80 лет уже, мы, наша община постарела, немощных много. Много очень лежало в больницах у нас. Вот Ельникова, Блинникова, Нагаева, Фоменко, Зверева, Яна, Подроба, Немцова Галина, Петеримова Алла, Новикова Татьяна. Вот, ну, сколько много. И лежачие у нас больные, которые дома находятся. Чернявская, Фоменко, Ельникова, Унагаева. Вот им постоянное, как бы, ну, посещение требуется. Сестры у нас ходим, посещаем их. И я хотела сказать вот молодым, что не думайте, что вот они такие больные, так и все. Они молятся, они молодцы, они молятся. И вот это их труд. Она со всех. Мария Яковлевна, так она и днем, и ой, за всех молюсь. Вот она, правда, молитвенница такая. Вот, ну, всех хотела поблагодарить. Редко кто брал из кассы деньги, я скажу. Мало так это. Кто посещал, вот сами посещали. Ну, как-то мы это, экономно, в общем-то. Вот. И кассу не снимали. Ну что, сестра у нас, уборка храма. Вот сейчас хотела еще попросить всех на это заострить внимание. Если кто-то подменяется, то, пожалуйста, сами звоните, заранее желательно договариваться с кем-то. Но если случилось крайний какой-то случай, ну позвоните. Надо с кем-то договориться, чтобы кто-то подменил. Одному человеку, вы знаете, по нашим правилам, даже некоторые рвутся, я одна пойду уберу. Но у нас по нашим правилам только два человека, один никто не бывает в храме. Поэтому давайте как-то будем заменяться. У нас много больных, вы видите, вот. А сейчас еще простудные начнутся. И поэтому давайте как-то будем помогать друг другу. Не обижайтесь, молодые, что если вас чаще, может быть, просят убраться. Чтобы подвозили. А, еще очень благодарю братьев. Вот сейчас, особенно вот в этом году, ну такая большая их помощь, что они вот нам помогают и до остановки доехать, и с остановки там нас забирают. А кому-то даже вот кто рядом там, Сережа вот забирает постоянно вот Раису Николаевну, она бы не смогла приезжать в храм, он ее забирает. Да и все братья у нас помогают нам. Им огромное, прямо преогромное от всех нас спасибо. Спаси Христос. Вот. Ну и вроде бы как бы и все. Ну, мое пожелание, давайте молодого кого-нибудь. Может быть. Ну, подожди, они подрастут еще, пока потерпят. Опыт-то передать. Подозреют, когда другие. Я хотел сказать, если сильный гололед, вы перезванивайтесь друг с другом. Кто там кого, может, подбирает. Ну, так выходит иной раз. Людмила Степановна, ваше слово. Ну, да, мое слово о том, что я должна ежеквартально, поскольку мы стоим на учете в налоговой инспекции, а она не терпит никаких вообще объяснений, отчетность должна и необходима поступать ежеквартально в срок. И если за нарушение сроков, то, естественно, там штрафные санкции, всякие там пени и все такое. Ну, дело все в том, что у нас нет расчетного счета в банке, а денежные суммы, которые у нас, допустим, для пожертвования, они вот чисто вот только для таких вот, ну, для уборки, для, я еще собираю за то, чтобы мы тут находимся, и что-то необходимое купить для того, чтобы навести тут порядок.
Ну, в общем-то, тут у нас все есть. Если что-то не получается, то мы, конечно, тут других вот я прошу, чтобы они купили, привезли, привозят. Спасибо им. Так что я благодарна Юле Третьяковой. Она вот так часто нам помогает. Они ездят там. Магазин такой метро есть. Они туда ездят и закупают необходимую такую нам для хозяйственных нужд. И, в общем-то, все нормально. У нас единственное, что вот у нас информация поступила по оплате налога на имущество и на землю. Но это у нас спонсор есть. На хозяина дома поступила. Да, на хозяина дома поступила сумма. Заплатить сколько надо, заплатим. Да, вот это нужно, батюшка, необходимо до 1 декабря заплатить. Ну, заплатить. Срок, а иначе будет там... Заплатить, все, на этой неделе заплатить. Хорошо, заплачу. И следующий секретарь Дубнова. Вела дело производства. Марина. Что? Вела дело производства. Вот сестра таланта. Ну все. Талантливая значит, сестра. Так, следующая. Она да. Ну, вот прошел благополучно, никаких нет, ничего нареканий. Чего нам? Не стоит менять. Поэтому я предлагаю оставить прежний состав. Старшая сестра Татьяна Кузьминична, казначей Людмила Степановна и секретарь Марина Геннадьевна. Кто за это? Прошу вас одобрить. Кто-то есть несогласный с этим? Нет, значит, не согласен. Следующее. Нет. 18 лет. Все. Так. Церковно-приходской совет. У нас в церковно-приходском совете Бауэр, Дыбунов, Кручина, Польгуев и Яковлев. Вот. Ну, кто будет докладывать из вас? Старший. Кто Бауэр, по званию? Бауэр будет докладывать. Старший по званию, давай. Почти генерал. Давай. Майор, старший майор. Ну, у нас, насколько по хиротонию, церковно-приходской совет за последний год не собирался. Нам даже в управлении юстиции сделали замечание о том, что должны собираться регулярно раз в квартал, раз в три месяца. Вот это да. Нет. Ну у нас, видишь, у нас собирается, когда есть какая-то, ну а если нет, все равно надо. Ну, не, подождите, у нас каждое воскресенье. Ну, подождите. У нас собрание, нет, отдельно заседание церковно-приходского совета. Я поэтому... Я поэтому и предложил внести в устав изменения, чтобы у нас у самих в уставе записано, что мы должны раз в квартал собираться. Ну, тогда так и собираетесь. Собрались, все решили, все нормально. А без батюшки-то мы не можем собираться, да. Без настоятеля, который является председателем. Ну, я в квартал-то раз бываю здесь или нет? Бываю. Нет, а я предлагаю внести изменения в устав. И, что, и написали, что церковно-приходской совет собирается по мере необходимости, по требованию настоятеля, либо старосты, либо любого из членов церковно-приходского совета. То есть есть какая-то нужда в этом, а если нет, то что собирать? Ну все равно. Смотреть друг на друга. Я предполагаю, что принять надо это. Изменения в уставе. Надо, значит, надо, что? По мере надобности, когда есть какая-то нужда. Можем мы и собрать... Каждый месяц, может быть, если будет нужна, можно и каждый месяц. Конечно. А если нет, ну о чем рассуждать? Нет ничего. Внести пункт, который так юридически языком изложен. Да. На голосование. Нет, я внести это... Выстав новой редакции подготовил. Да, в связи с этим. Не только это, там ряд еще других. Да. Все согласны с этим, что внести это, чтобы церковный совет собирался по... нужде. То есть есть какое-то дело только тогда. Или как это выразить? Это девятый пункт. Так, ну что, отчет какой, давай отчитывайся. Так вот, и в том-то и дело, что отчитываться, если мы ни разу не собирались. Ну, все хорошо. До прихода перевыбора. Я здесь тоже предлагаю так же, как и было, оставить. Да, конечно. Братья все еще работоспособные, скажем так, дееспособные. Поэтому предлагаю прежний церковный состав, церковный совет общины оставить в прежнем составе. Бауэр, Дыбунов, Кручина, Полягуев и Яковлев. Прошу
У вас так, у кого предложение? А у Блока есть, есть. А вы по должности. По должности. Это не надо, ты это... Староста в ходе церковно-церковного приходской совета. Не боитесь, вас не забыли. Это не конкурс. Ну, это старшая сестра входит, еще казначей и, так, ну, и секретарь. Ага. Кто согласен с этим, прошу вас, значит, одобрить это, если. Куда тебя? Все. Не согласны, кто есть с этим? Нет, и нет. Так, исполнители-наблюдатели. У нас исполнители-наблюдатели. Дыбулов, Полигуев, Яковлев, Гончарук, Петеримова, Лариса. Так. Ну вот, значит, что? Виктор Андреевич. Ну, у нас старший наблюдатель был всегда Дыбунов Игорь Владимирович. Ну, более там нету. Я скажу, что если были какие-то нарушения, то сразу на собраниях мы все эти вопросы решали, и все, так ситуация менялась. Все. А так все было нормально. Все нормально. Так, ну, у нас все нормально прошло у нас. Я также и всех наблюдателей... Значит, предлагаю оставить в прежнем составе. Наблюдатели. Мы больше между собой. Дыбунов, Полигуев, Яковлев, Гончарук и Петеримова Лариса. Прошу это всех выявить свое, как сказать, к этому желание. Одобрить это или, значит, ну. Одобрили. Ну, что спрашивают, кто против? Да? Все. Против есть, что нет? Воздержавшиеся? Слава Богу, нет. Ну ладно, хорошо, доклад даже. Так, доклад об избирать... Ого, ревизионная комиссия. Члены ревизионной комиссии у нас являлись Загуляева Наталья Валентиновна, Петеримова Алевтина и Жолнирова Нина Александровна. Вот. Ну, ревизовать у нас что? Все в храме тепло, светло, чисто. В общем, переизбрание я предлагаю доставить прежний состав также. Согласны с этим, нет? Да. Есть кто? Нету. Друзья, нету. Согласны. Нет, что здесь сейчас? Все, идем дальше. Так, о уставе. Значит, в устав. Ну, давайте я сначала кратко оглашу предупреждение. Летом по требованию прокуратуры Управление юстиции по Алтайскому краю проводило проверку. Ну, любая проверка должна закончиться выявлением каких-то нарушений, поэтому у нас некоторые нарушения были выявлены. Первый момент. Нам указали, что в протоколах общих собраний наименование нашей организации указано кратким, а не полным наименованием. То есть нам надо в каждом документе, который исходит от общины, писать «Местная религиозная организация православных христиан Крестовоздвиженская община города Барнаула». А у нас просто Крестовоздвиженская община города Барнаула в протоколах. Ну, да. Это первый момент. Ну, так, слово «местное» путем влияет. Правильно. Да. Второй момент. У нас в протоколах общих собраний отсутствуют указания на место и время проведения собраний, сведения о лицах, принявших участие в собрании, о лицах, проводивших подсчет голосов. Всех список? Ну, список, кто, список всех членов общины и список принявших участие. Кто участвовал? Ну, здесь можете почистить голосов, кто может. Ну что, настоятель может. Может настоятель, да. Настоятель. Мы а надо прям поименно указывать. Ну, вот по каждому пункту голосующих. Принявших участие. Нет, принявших участие в собрании. Ну, кто были на собрании? Да, кто были на собрании, то есть приехал. То есть не количество, а поименный список. Да. Понятно. Ну, а там все, полиция проводит голосов, ну, настоятель, либо секретарь, здесь это главное, чтобы это было в протоколе написано. Можно двоих настоятелей. Нам указано дальше, что у нас не соблюдаются отдельные положения устава. Рассмотрение утверждения отчета ревизионной комиссии сметы на будущий год. Ну, сметы у нас в принципе нету, но отчет ревизионной комиссии
Мы просто написали, что ревизионная комиссия не собиралась, но придется хотя бы раз в год составлять акт проверки. Какой бы он ни был, но чтобы он, по крайней мере, назывался таким документом. Что-то у нас в протоколах пропущено было. Вот, например, в протоколе за 2014 год указан, ну, не рассмотрен вопрос утверждения отчета старосты общины и казначея в 2014 году. Хотя не знаю здесь. В протоколе общего собрания за 2013 год в повестку дня включен вопрос о выборах старшей сестры сестричества, казначея и секретаря. Однако данный вопрос не рассмотрен. Ну, не знаю, написали они, написали. Рассмотрим. Проверки не представлены протоколы церковно-приходского совета. Ну, то, что я вот сказал уже, что у нас написано, что раз в 3 месяца должен собираться, а раз в уставе написано, значит, надо собираться и составлять протоколы. Поэтому я предлагаю внести изменения в устав. Ну, по поводу ревизионной комиссии, целый абзац написан, что проверка всей казначейской отчетности и должна проводиться не менее одного раза в год, может быть произведена и чаще, но обязанности контроля, как пишут, не исполнялись. И дальше здесь указано на необходимость внесения еще ряда изменений в устав, связанных просто с изменением действующего законодательства, которые не влияют на... Ну, то есть влияет на наши взаимоотношения с государством, в частности, возможность проведения богослужений в организациях уголовно-исполнительной системы. То есть это необходимо прописать в том, что это возможно только в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом либо Уголовно-исполнительным кодексом. Кроме того, рекомендовано внести изменения, касающиеся порядка об участии учредителей иных религиозных организаций, физических лиц в деятельности религиозной организации, порядке образования органов религиозной организации. У нас в уставе не четко было прописано, то есть в разных местах, а необходимо, то есть я подготовил устав новой редакции, ну как сказать, некоторые изменения. Изменения касаются того, что про каждый орган я написал, что избирается на общем собрании, соответственно, избирается церковно-приходской совет, церковно-приходской совет состоит из, в первую очередь, настоятель, староста, старшая сестра, секретарь, казначей, и от 4 до 6 членов церковно-приходского совета, которые избираются на общем собрании на год. Также указал, что на год избираются у нас секретарь, казначей и старшая сестра сестричества. Должности наблюдателей, они у нас в уставе не фигурируют, в уставе, который зарегистрирован. Это мы чисто внутренние, и, соответственно, нам в устав их вводить и нет необходимости. Также по поводу ревизионной комиссии, она также указала, что это избирается на один год общим собранием. Что касается понятия учредителей религиозных организаций, это лица, которые у нас создали в свое время нашу общину, они по закону являются учредителями, и не все у нас остались. А тех, кого уже нету, тех учредителей уже нету. То почему нету? Они остаются. Ну, кто-то, кого-то нету. Игнатий Тихонович, Надежда Васильевна, Виктор Андреевич. Надежда Андреевна, да. Зоя. Филимова, да. Зоя Шубина. Мария ушла, нет ее уже. Мария Федоровна ушла, да. Ну, большинство здесь. Большинство еще тут. Так и что, это учредители должны как бы подтверждать, что они есть? Нет, здесь указано, что они, скажем так, я написал, что они, ну, после создания общины обладают правами членов общины, то есть какого-либо преимущества по отношению к остальным членам общины не имеют. Кроме того, в закон внесены изменения о том, что учредители либо иные лица, внесшие какие-то денежные средства в общину, денежные средства либо имущество в общину, передавшие общине, перестают иметь право на это. Ну, то, что пожертвовано Богу, то уже Богу и принадлежит. Аминь. Ну, примерно такого плана изменения в устав. То есть они не касаемо требований действующего законодательства и все. Поэтому я предлагаю с учетом, принять к сведению предупреждение.
направленное нам управлением юстицией, управлением Министерства юстиции Алтайского края, и внести изменения в устав путем принятия устава в новой редакции. Потому что вносить изменения в нескольких пунктах мы еще больше запутаемся. Их уже отпечатано это все? Да, устав отпечатан. Могу дать на ознакомление, но могу зачитать. Но устав зачитывать это долго будет. Нет, мы верим. Одобрям. Устав отпечатан, да. Поддерживаем. Не, ну мы тебя давно знаем. Кота видит впервые, а его давно знаем. Все. Так, я вам зачитаю. Вчера я был в Дмитро-Ростовского храм ходил и взял журнал «Алтайская комиссия за октябрь месяц». Здесь такая заголовочек. Вести митрополии Барнаульской епархии. Богослужение в Потеряевке. Вечернее и утреннее богослужение в храме во имя священномученика Анфима, епископа Никомедийского, расположенного, восстановленном 25 лет назад в селе Потеряевка Мамонтовского района, совершили штатные клирики Барнаульской епархии. По благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, всеночное бдение... Здесь 17 сентября получилась ошибка. 15 сентября. Потому что 16 было, они просто отпечатали. Возглавил руководитель миссионерского отдела Барнаульской епархии иерей Дионисий Тарчуков. А божественную литургию на следующий день благочинный монастырей Барнаульской епархии иеромонах Филарет Бердников. Сослужил им настоятель храма протоиерей Аким Лапкин. За богослужением молились о прихожане храма, пел местный церковный хор. За те 20 лет, что в Мамонтовском районе Алтайского края в селе Потеряевка создана православная община, здесь появилось много новых жителей, построен храм, действует воскресная школа, и все живут по уставу поселения, который основан на правилах святых отцов православной церкви и древнерусских христианских традициях. Все. Краткая заметочка такая. Ну, да. В журнале. Ну, настоящая. Да. Вот такое. Ну, а здесь в журнале, кто может, здесь, как патриарх Кирилл там освещал закладку нового храма в Горно-Алтайске, где там митрополит был, там, как день города праздновали. Вот, значит, ну, в этом. Ну вот так, краткая заметочка о том, что было у нас. Значит, всех я вас сердечно благодарю за молитвы, что я был в дороге. Были вот этот год, посетили Крым, были по Крыму, проехали. Вот. Ну особо тоже, да, каких-то таких, что на событиях не было ничего. Все частное было, мы по местам проехали, где посмотрели там разные достопримечательности, где были там. Видели, рядом стояли мы вот так вот. В двух метрах Сталин, Черчилль и Рузвельт сидят, как живые сидят. Восковые фигуры, это там, где была это, ялтинская встреча в 45-м году, где они были, встречались. Вот. Там, где как они сидели, на этом месте, так они сделаны, восковые фигуры. Но похоже, но мы решили, что Сталин, немножко они его сделали молодым. Он сидит, усы черные, такие, весь черный, нигде ни одной сединки даже нет. А в то время, в 45-м-то году ему было это уже... Хорошо было. 60 встречи? Ну да. Уже не такой был, да. 70-го. А так он как-то. А эти похожи, и Черчилль, или Рузвельт, то ли меньше знаем, но здорово похоже это сделать. Восковые фигуры такие. Ну вот такое. Все. Ну, жизнь там с людьми, где разговаривал, что все очень рады, довольны, что вошли в состав России. Говорят, больше стало у нас порядка и. Как бы надежда на будущее, что-то будет в будущем. Особенно пенсионеры. У них пенсия сразу в два раза повысилась. Я говорю, а сколько же вы сейчас получаете? Ну, сейчас у меня, говорит, хорошая пенсия, 8 тысяч на наши деньги. А до этого была 4 тысячи. А наши деньги-то?
Да, деньги ваши. Деньги ваши. Правильно. Деньги ваши, вот, Петро. Своих там денег нет. Нет. Деньги ваши. Все. Нет. С одним человеком разговариваю, он говорит, я здесь и родился, на Украине. Я работал дальнобойщиком, говорит. Всю Украину-то я, говорит, знаю, говорит. Но, а сейчас, когда я это сделал, то я, говорит, сейчас на Украину-то не езжу. Вот только с России. Но родственники все живут, говорит, на Украине у меня. До этого, говорит, как-то этого года боялись писать, что там происходит. А сейчас, говорит, пишут прямо открыто. Все, говорит, уже надоело там молчать и скрываться, говорит. То, что, говорит, у нас сейчас есть, это, говорит, 90-е годы, это, говорит, просто, говорит, цветочки маленькие. То, что сегодня есть. По сравнению с 90-ми годами. То есть лучше. Для бандитов. Нет ничего, все это бандитизм там и. То есть беззаконие, говорит, сильно полное беззаконие там. А в Крыму, говорит, сейчас, ну, у нас, говорит, порядок сейчас стал как-то, говорит, и более как бы защищенное, считаю себя. Но в магазинах все, конечно, дороже. Намного дороже. Я, говорю, приехал из Сибири поесть, думал, фрукты там, а там виноград. Почти в два раза дороже, чем у нас на базаре. Ничего себе. Там, да, у нас же фрукты какие, Казахстан. Овощи, все дороже. Потому что курортные города. Там, и все. Там при каждом храме почти есть гостиница. Храмы и гостиницы там. Ну, разные. Где хорошая постава, где просто в одном мы ночевали, где устроились в Алупке. У него там, по-моему, 21 вагончик. Такие там. Наставлены в ограде. И вот летом они, когда приезжают там в то... отдыхающие, там они сдают, там и, ну, плата, определенная плата, там, если летом они с питанием, там где-то 1100-1200 в сутки с питанием. Вот. Ну, а сейчас-то не было никого, поэтому свободно нас, там на втором этаже мы четверо были. Батюшка с матушкой и брат отца Иоанна. Мы в одной комнате двухместной, а они в другой были. Вот так вот. Все. Ну, в море искупаться не удалось, было... Как-то мы день-то ездили, где вечером возвращались, уже поздно. Один раз пошли, там волны такие там поднимают, как волна ударит об этот там берег, там 4 метра высота аж перехлёстывает через этот барьер. То есть такие волны сильные были. Камни как ударят, там камни, такие каменюги прям подбрасывают кверху. Это, поэтому мы там и не так только поймали, только я умылся так. И немножко в рот взял, до того соленое. А там читаю житие. Марка Афинского, 5 апреля. Вот. Он 95 лет прожил. Пишется в горе, в пустыне там гора, где за это время он не видел ни человека, ни птицы, ни зверя. То есть такое место, где даже нет его, не обитает. Первые 30 лет он питался, говорит, земным прахом и запивал морской водой. Вот это я не понимаю, как? Я покушал только, и потом меня еще весь вечер жгло во рту и внутри. Как это? Есть землю и запивать морской водой. Значит, море другое было. А? Море другое было. Да, море, море, я думаю, бы другим оно не было, Надежда. Просто это так уже писатели. В одном месте мы в храме, зашел разговор там с батюшкой, отец Иоанн стал расспрашивать там о Зое, состояние Зои. Кто-то слышали, видели, да. Там даже фильм снятый, как это. Ну и там это, будто бы у нее икону взял там иеромонах Феодосий. Отец Иоанн рассказывает, этот батюшка так говорит, да перестань ты, говорит. Самый, говорит, лучших дураков, чем в православии, говорит, нигде не найдешь. Я-то, говорит, хорошо знаю этого батюшку, мы с ним служили вместе, говорит, 20 лет. В то время, когда это было, как бы это было чудо, его, говорит, там и не было, он за 1000 километров это место был. И ничего этого, говорит, не было, чтобы он там был, да, что-то другое, говорит. То есть, ну, чисто это так. Потому что, видите, жития святых так, что я книгу у отца Иоанна взял, описывается, значит, жизнеописание архиепископа Максима, который рукополагал меня. Угу. Вот, он покойный уже, 12 или 15 лет, наверное. И описывается о том, как в Тобольске, это был 84-й год, вот, когда там 23 июня всегда там праздник, День памяти святителя Иоанна Митрополита Тобольского совершается. А в то время это в Сибири это была, может быть, одна такая почитаемая святыня. Были мощи. И вот там то съезжались оттуда со всей Сибири, и с России приезжали там на этот, в этот день там тысячи людей было.
отовсюду съезжалось. Ну вот совершалось богослужение, потом мощи поднимались, обносились вокруг храма только. Только вокруг храма. Это 84-й год. А в жизнеописании пишется, что в 84-м году было, значит, обретение мощей, будто бы только обрели их. И был крестный ход, сделанный по всему городу Тобольску с мощами. Да я там был в этом, как, какой там? В то время какой по городу? Там по храму, вокруг храма-то сделать нужно было брать разрешение уполномоченного, разрешит или нет. А время-то прошло всего, вот какое, а уже сколько там на это? И мощи перекладывали не в 84-м году, а перекладывали мощи где-то в 81-м году. Я настоятелем был в Тобольске там. Перекладывали другую, этот, раку, ковчег. Его привез протоиерей Александр Бурдин с Рубцовского, он тогда был Рубцовский настоятель. Он привез эту раку, то есть пожертвовали там Рубцовские, ну, православные пожертвовали, новую сделали, там резная красивая. И вот в нее перекладывали мощи из старой. Раки. Вот так. А было, как мне когда было, рассказывали, мощи были так, когда они были в музее, там рядом музей был, там этот архиерейский дом возле храма. Раньше он был архиерейский дом. Вот, двухэтажный дом. Большой дом такой. И там музей сделали в советское время. И когда закрывали церкви, то в этот музей сносили там из церкви, ну, вещи там, иконы разные, там сосуды, что было, и мощи забрали в этот же музей. Они стояли там где-то там, ну как говорится, в подвале или где-то там. В запасниках. В запасниках стояли. А когда в 43-м году-то Сталин дал, значит, немножко такое, чтобы открывали храмы, там нескольких священников там из заключения выдернули, там епископов несколько, чтобы как-то это... То было такое, что где открываются храмы, то вернуть, где есть церковную утварь. А в этом директором музея работал один, значит, мужчина, который был тайным христианином православным. И когда пришли просить что-то там, что отдали плащанису, что он говорит, мощи здесь есть, вы заберите. Как будто бы это то же самое. Ну и отдал им мощи-то эти. Но прошло какое-то время, когда узнали, что мощи-то в храме, тогда вот. Директора, конечно, его уволили, но не посадили, он уже был в годах. Вот. А я знал человека, он староста был в храме другого, который лично его знал. Вот. Но назад уже мощи не взяли. Так их мощи взяли-то это было в 43-м году, а в этой книге пишется, что только... В 84-м году. Расстояние. Расстояние какое? Представьте. Поэтому то, что это, а то, что было 2000, ну, не 2000, значит, когда Дмитрий Ростовский писал, это было там сколько? 700-й год. 1700-й. 1700-й. Ну вот, считай, 1500 лет прошло после того, что было тогда. То что там сохранилось? Когда здесь уже рядом и то... Многое-многое чего и не было. Пишут про Тару, там, где я служил, строил храм. Ну, совсем. Он писал человек, который там не был. А когда писал, он бы сказал, а ну-ка, есть кто живые, кто там были настоятелем, или как там в храме, храм открывали. А этого ничего нету. Совсем пишет, а он так, видать, где-то по слухам каким-то или что-то пишет, и все. Я когда книгу прочел, он говорит, совсем не то пишет. А как, я там настоятелем был, и этого не было ничего. Ну, так, это не столько уже важно. Все равно интересное. Ну, вот так вот. Такое, значит. Ну, что там еще? Такое. Чего сделал? Там паром, сейчас паромная переправа сделана. Я там, пока оформляли документы, я с этими, которые там рабочие, поговорил, как говорю, это вот паромы. Да никого, говорит, когда была Украина, вы, говорит, посмотрели, что здесь творилось. Здесь, говорит, такое было... Чтобы попасть на паром, нужно было там где-то как-то, говорит, это, если вперед там платить, надо было и, то есть, а сейчас там сделали такие остановки, сделали там, значит, площадка большая, там, может быть, там полгектара, то и больше, наверное, и все так эти, ну, линии, машины как заходят, то есть, ты с одной линии на другую не переедешь, там такие эти, бордюрчики сделаны, чтобы, и вот, когда летом, там много, там, может быть, там,
сотни тысяч машин все это. Когда подъезжаешь, там оформляешь вперед билеты, покупаешь по паспорту. А тогда еще километра 2-3 проезжаешь, тогда там уже таможня, где проверяют машину, там спрашивают, есть у тебя нет, где взрывчатая, там и воспламеняемые вещества. То есть открывают багажник, там досматривают. Вот уже, ну серьезно. Паромы было, когда на Украине было 2 старых парома, говорит, еле-еле ходили. Сейчас 4 новых парома ходят, купили. И 2 парома железнодорожные вагоны перевозят. Вот, стоит рядом паром, заходит 3 или 4 ряда, по-моему, вагоны, вот так вот, железнодорожные вагоны. На его. И он там идет. Ну там недалеко, там километров 20 всего, по-моему. Ну, 19 километров. Но мост. Ну, мост видно, строят мост, так оно недалеко от этого, когда переплываешь, там не. Ну там пятаками, да, где-то по суше опять. Ну, они, видать, выбирали место, где там это. И так строят. Это где паром ходит, то где-то, может быть, километра 2 от этого там в стороне видать, там как они строят мост. Мост должен, говорит, быть в 18-м году. Открытым быть. Пустить в 18-м году. Это железнодорожно. Да, в 18-м году. А железнодорожник в 20-м году. Вот такой 18-м году. Ну вот так вот. Какие вопросы ко мне есть? Нет. Ну все. Тогда. Потеряйки, все. Благополучно. Дорога немножко подмерзла. Вроде бы вот. Роман проехал. Как дорога там? Нормально. А? Нормально дорога. Да, дорога нормально потеряет. Да, ничего себе. Да. Сейчас-то она лучше, чем когда. Дорога нормально. Все замерзло. А там что, пробили бульдозером или просто подтаяло? Бульдозером. Это снегу-то нет. Кто там бульдозером? Где ты пробил? Ну, оттуда вот я Мерседеса 2 раза помогал только. Но эта машина вообще для трасс. Он сам ездил за мной на летней резине. Ну, шофер, который... Ну, да. Вот сейчас подмороз. Был мороз ночью, 15 градусов, поэтому за это немножко было. А когда вот дня 2 назад, когда он звонил, там вообще была каша просто даже. Нет, это не то, конечно. Ну, подморозило немножко. Сейчас мороз был, подморозило, поэтому получше. У Парабаша, значит, что там, гектар 70 гречки ушло под снег. Да, не успели убрать, пока там возились еще. Но была такая, видите, погода, что никак. Он, может быть, и убрали, нельзя было... Напрямую нельзя косить было, потому что морозов не было. Вот. А трава зеленая подрастает. Его нужно косить было только на свал, а потом на свал скосил, сколько там только бы убирать, и снежок ударил. А если бы напрямую, как те года, допустим, в прошлом году было, когда мороз ударит, то зелень ее морозом прибивает, она засыхает. Тогда можно убирать, а это нельзя. Потому что мешает, она все равно все пропадет. Ну и вот ушло. Ну, может быть, весной. Бывает, что можно и весной убрать. Потому что у Долгова, у него здесь гектар, наверное, 300 подсолнухов. Еще весь стоит подсолнух. Мы проезжали, я одну шляпку сорвал. Вот, она мороженая такая была. А я сюда-то привез, положил ее в портфель свой. Стал вчера вытаскивать, она растаяла и... Я кое-как выгреб в портфеле. Ну, тихонечко, да. Тихонечко, она вся растаяла, и как его шляпку он бросил, она там. Как медуза, да? Лежит, ага. Поэтому ему нельзя сейчас убирать-то даже. Надо, до весны тоже будет подсолнух, это до весны будет. Потому что другие убирали, у которых подсолнухи там шляпки маленькие, а он, семена у него элитные, гибриды. Вот. У него крупные шляпки, такие вот шляпки там это, висят. То есть урожай... Богатый был, но не хватило времени. Гибрид это, я думаю, что такое гибрид это? Как? А вот сейчас эти семечки, говорит, садитесь, из него урожая уже не будет с этих семечек. Вот, в одну сторону только. В одну сторону. А семечки-то хорошие? Хорошие семечки. Полные, они мелкие такие, маслянистые, небольшие, но такие кругленькие, они полные все. Ну, как показывали, зимой собирали. Но зимой собирали, когда в зиму уходили сухие, а это в зиму ушли они сырые, нападал сырой снег. И они шляпки-то замерзли, они, он ничего не сделает, он просто перемелит, будет каша и ничего не будет. Так. Это не так просто. Вы думаете, в магазине что покупаете, так вот дорого что-то, попробуй, убери. Убери. Ну, батюшка, и последний вопрос. С Донецком там, как там дела-то? Вы там рядом же были, что там? Ну, ничего, что, нет, мы там рядом не были совсем. Нет? Нет, мы куда? Мы доехали до шахты, а с шахт мы сразу... Поехали на Керчь,
уже туда, нет, там ничего не знаю. Ну как они, то, что мы по, только по новостям знаем, что там назревает, готовится, что-то должно быть. Что-то должно быть там. Или, может быть, разрешат, если ну, выступают разные политологи, там говорят, что, может быть, все-таки одумаются эти западные, потому что некоторые уже это, Украине-то, ну, не доверяют. Видно, говорят, президента будут менять, Порошенко там. Если это, то как-то они там что сделают? А нет, значит, может быть, война опять, война будет. Потому что они выступают просто, говорят, это мы... Так, Россию мы все равно, говорит, там, вроде, добьем, украинцы-то выступают, что Крым наш, это все, они еще за Крым, хотя уже эти западные даже и то признают, Крым уже не поднимают нигде даже, ну, это ясно, кто сейчас уже уступит, это понятно. Ничего себе, там порт такой, ну, с вооружением полным. Ничего там, Черноморский вот выступал этот министр обороны, это Шойгу, там, поставили новых подводные лодки, их, значит, к Черноморскому флоту. Вот. Какой-то там сохранился. Фрегат какой-то. Да, фрегат авианосец, там тоже к Черноморскому флоту приписаны. То есть там усиливают это все. Ну, что здесь? Как Господь рассудит будет. Так плохо будет. Война. Ну вот, они там так. Ну, люди живут спокойно, здесь с границей ничего нет никаких этих. Пока ничего нет. Ну так все, какие есть у кого, значит. Следующее будет я через неделю, через воскресенье. 27 ноября заговорение на рождественский пост. Кому надо баранины, заказывайте. А люди-то там беднее наши живут или как? Беднее? Ну я как скажу, беднее или богаче? Я не могу сказать, беднее или богаче там живут. Там живут. Живут. Я по квартирам я не был, так никого таких близко не был, как живут. Ну, давай на двоих. Нормально. Думаю, что все люди как живут. Это вот не утка. Там видишь, все, все. Да, сейчас это, где вот проезжаешь, допустим, ездишь по горам, где-то между... Горами там есть какая-то равнинка, там, в общем, гектар, два гектара, три. Смотрим, уже все засажено ряды винограда. Нигде свободно, вот, там поднимаешься в горы, смотришь, там опять где-то равнинка большая, уже виноградники. То есть пустой, нет земли, где-то чуть-чуть, там вот, вообще, как там люди, даже в городе-то, там как они живут где, я бы не пожелал так жить, там дом на доме, дом стоит рядом, вот так вот дом стоит. А здесь вот начинается вот так другой дом у него. Дальше вот так вот другой дом. Террасами такими это живут-то там. Ну. Да там тепло же. То есть плюнуть некуда. Плюнешь, и на соседа попадешь. Там субтропики вообще. А по улице, улице есть, что по улице машины разъезжаются. Только я все, сейчас зеркало отломит. Прям вот так вот. Разъезжаются. Это не наши улицы. То есть узкие, очень узкие улочки. Не как у нас. Есть там три, а там вот прям вот такие, такие. Самая южная точка. Живут люди. В России, везде. Любовь Петровна, кто говорит так, я слышал когда-то, говорит, с Богом, говорит, со Христом, и в тюрьме свобода. А без Христа, говорит, и на свободе тюрьма. Это правда. Вот так. Батюшка, у Марьясова не были вы? Нет, нет. По времени там и... Почему? Потому что у меня не было, я тогда дал сюда, пока дал я сообщение, что мы поехали, могли мы заехать. Но почему-то долго Володя не отвечал мне, потом он созвонился. Я говорю, ты узнай, мне быстренько сбрось адрес или телефон. А мы уже, когда он сбросили мне, уже сам Александр сбросил мне, то мы уже были в шахтах. Уже проехали мимо и были в шахтах к вечеру. А когда мы проезжали мимо, то там могли, мы мимо проезжали, там. Просто мы Краснодар объехали, а там немножко могли бы завернуть. Ну, объехали уже, поэтому не были. Он пригласил, приглашает, говорит, в этом мне смс-ку прислал, номер телефона, и я, говорит, это приглашаю. Ну, мы же не смогли, не были. Все, продолжайте дальше. Ну, спасти Христос, братья и сестры, за ваши молитвы. Как вы уже видели, Никита вернулся. А-а-а. Через неделю опять поедет в очередную вахту. Пусть немножко расскажет это самое. Что это за вахта? Ну, расскажи. Спасти Христос за молитву все. Сильно рассказывать нечего. Стройка большая. Стройка? Да, стройка.
космодром Восточный, Амурская область. Тяжелые эти, да? Ну, там много этапов, то есть первый этап строительства, он завершен, по сути, то есть был уже пуск самого космодрома с технической части. А сейчас остальные объекты, которые уже обслуживают этот космодром, то есть станции железнодорожные, аэродромы, аэропорты, военные, гражданские. И ты туда попал? Вот. Ничего себе. В общем, работы много, работы есть. Ну, а с Богом как там, это верующие-то есть там где-то? Да, там контингент такой, что в основном рабочие это люди из мест не столь отдаленных. Ну, у них свои особенные отношения. С Богом. С Богом, да, поэтому. Ну, главное, не сбейся со своих. Ну, а погода похолоднее, чем у нас сейчас, там где-то градусов 25-20 днем. Ну, и снега нет, практически нет, там, может, сантиметров 5 есть. А там сколько до океана моря? Вот точно не скажу, до Владивостока где-то порядка 1000. Ну, недалеко, короче. Близко, да. У нас-то вообще ну, так что прошу опять молиться через неделю опять на очередную вахту на полтора месяца, Никита. Ну а у меня 20-го я вылетаю в Санкт-Петербург, и до 16 декабря тоже буду отсутствовать. Спасибо, Христос, за вашу молитву. 20 ноября. До 17 декабря. 17 декабря возвращаюсь. На месяц. Практически месяц, да. Игнат Тихонович, вам слово. Ну, почему отчета не требуют у старосты, я не понял. А раз в 3 года говорят про старосту по уставу. Это переизбрание, а отчет-то должен каждый год давать. Нет, отчет, когда вас будут переизбирать, тогда вы будете отчитываться. Ну, если желание это есть, скажите. Ну, это в рабочем порядке, да и про лагерь протокол немножко это не можно будет сказать. Да, дело в том, что надо занести будет там протокол, что я скажу. 18 июля в 22:00 ликвидирован наш детский лагерь. Исполнилось ему 45 лет. Остальное мы уже рассказывали. Это Роспотребнадзор. Они свой устав пишут, свои требования. И эти требования их только где-то большими, говорят, я не знаю, как откупаются, чтобы без этих выполнений что-то там оставляли. У нас были с Екатеринбургской области, все до одного лагеря закрыты. Не православные, все подряд. Не соответствуют. То есть это речь идет не о чем-то, а о уничтожении воспитания детей, отдыха детей. Представьте, дети где будут? Это, ну, понятно. И создать такую мощную организацию, 110 тысяч человек пустили против этого. Форму, название у них военные какие-то, погоны. И получают не по 5 тысяч они все. Я посчитал, каждый месяц они получают, там, я посчитал, сколько миллиардов рублей. И подают в суды. И это не просто в суды. Вот говорят, в Хабаровском крае нашли сумма иска 2,5 миллиона. Нарушение. Что там, погиб, то не погиб, отравлен, не отравлен. То есть объяснений пока никакого нет. Но что это не от Бога, тут открытым текстом идет. Я сказал, слуги Антихриста. Но везде пишут, закрыли наш детский лагерь. Не закрывали. Они ничего нам не сделали. Они приехали, побыли. А тут как раз полиция приехала в 10 вечера, в 22 часа, когда дети спали. И мы провели тренировки, и дети бежали в степь, в темноте в этой, и все это заснято. Интересно, как, куда бегут дети, а там далеко гроза, сверкают молнии, они бегут в эти молнии, это вообще боевик настоящий. Как маленькие девчушки там бегут, на ходу одеваются, и лагеря не будет больше. То есть их слушают суды, их слушает прокуратура и выше. Милиция на их стороне полностью. Это значит, я должен против прокуратуры идти, против МВД, против там, может, и ФСБ. То есть все брошено на то, чтобы слово их превозмогало. Но у нас получилось маленько не так. А вернее сказать, совсем не так. Был суд, и суд не пошел на их сторону. За нас молились везде, во всем мире. И в Америке, и в Канаде, и в Австралии, и в Англии, где только не было. И не православные молились. И суд закончился. Где брат Себастьян? Я прошу найти этого судью, пожалуйста. Найди мне, я должен его увидеть. Ввиду отсутствия состава преступления, отказали в иске Роспотребнадзора. Я правильно говорю? Ну, примерно, да.
Ну, пример, ну, я ничего тут лишнего не сказал. Лагеря больше нет. Но детей мы будем принимать. Мы приобрели несколько домов, и теперь прописанные там люди приглашают в гости, а днем мы там можем в лагере заниматься. Они нападают на что? На питание и на где спали. Все, по другим пунктам нет. Нет никаких. Что мы молились, говорят, за православие. Видимо, там есть где-то под текстом. Когда вот допрашивали, здесь Настя была дробот. А вы знаете, что там Библию читают? Она говорит, знаю, конечно. 8 лет мои ребятишки там. Вопросы в этом направлении были. Были, когда, а их совершенно это не касается ни по Конституции Российской Федерации никак. Когда я в Америку ехал, виза открыта, вещи сданы. Я иду к самолету, провожают, которые там, ну, как сказать, пограничники. А вы чем отличаетесь от Московской Патриархии? Да ему ли эти вопросы задавать? Его какое отношение? У меня виза открыта, документы все в порядке. Ничего подобного, вернули назад, еще 2 дня сидел в Москве. Яна Гуса, когда допрашивали, а допрашивал какой-то человек, ну, обыкновенный там суп подавал ему и говорит, а вот берете хлеб, а когда преломляет, он присуществляется ли? Он понял, что а это иезуит, митрополит, кардинал его допрашивал. Это в камеру заходил-то под видом там сторожа или кого. Так и здесь. Надо маленько дальше смотреть. Лагеря нет, и больше даже поминать не надо. Община никакого отношения к нам не имеет. Это моя была инициатива. 45 лет назад я его создал. 45 лет он существовал. Гонения были при коммунистах, но такого не было. Они побыли там, ну, нападали и прочее. С регистрации даже одно время сняли. А сняли почему? Потому что изменили там правила у них. Правила игры изменили. Вот религиозная организация нам сделала замечание. Но когда мы регистрировали, этого слова не было. Они меняют игру. Ну, а мы не проследили за этим, не внесли 2 слова этих. Ничего не меняется. Ну, у кастрюли отбитая эмаль, у крышки на палец, она уже пишет. Я никогда не думал, что к этому могут привязываться. То есть, она привяжется хоть к чему. Если надо осудить, осудит. Вот, говорит, телеграфный стол раньше был. Хотите, я вас сейчас осужу. Как? Что? Выпил все, и чашечки опрокинул. А провода идут, связь за границей, пишите. Попробуй, докажи, что она не за границей. Ну, это в виде анекдота, но ничего нельзя сделать. Лагеря нет, и поэтому нам нужны сейчас добровольцы. Знаете, вот. Нина Александровна могла бы сказать, как она решилась уже на лето. Одна кандидатура есть. Волонтер. Несколько слов скажи, как ты решилась на это? Кто тебя побудил на это? Сергей Козлов? Никто не побуждал, я очень... А как он говорил, а жизнь это твоя, говорит, тоже. А, ну перед этим у нас но, был такой, да. Он говорит, что когда я переезжала в деревню, и у меня так коротенькая-коротенькая переписка с Сергеем Козловым произошла, и я говорю, вот помолитесь за меня, чтобы Господь благословил мое пребывание в деревне, ведь мне скоро 70 лет будет, и менять образ жизни как-то уже в это время очень сложно. А он мне... Такой тоже короткий ответ дал. Нина Александровна, 70 лет – это только первый шаг в вечность. И я когда прочитала, у меня мороз прошел по мне, и сразу эти слова – первый шаг. Так значит, есть еще какие-то шаги. То есть еще есть, это только 70 лет – это только первый шаг. Но за 70 годами там еще могут быть шаги. За них надо хвататься для спасения. И вот... Так моя жизнь вот и пошла, и могу сказать уже сейчас, что это все настолько благословенно, что в наш дом, куда мы сейчас поселились, уже работы, можно сказать, что подошли к концу, мы уже все сделали, нам уже там жить очень хорошо, и кто бы ни заходил, все, вот даже матушка недавно у нас была, первый раз заходит и говорит, о, с вами Бог. Вот это вот понятно, вот Надежда Васильевна была, она тоже когда сошла, и люди, даже совершенно не имеющие никакого отношения к Богу, вот такие вот мирские, абсолютно, 100% мирские заходят и удивляются. И я понимаю, что да, это действительно только Бог может так делать, что мы в таком возрасте, у нас уже нет сил, у нас уже и здоровье не то, которое было, и активность уже не та. У меня Виктор Матвеевич теперь стал как-то... Не то чтобы бодрее, он даже стал увереннее, и ходить увереннее стал. Он уже как-то даже выпрямился и посветлел, и вот такое
как-то вот у нас это наблюдается. Все настолько было благословенно, и сейчас я всех приглашаю, приезжайте ко мне, будете мимо проезжать. Не проезжайте, заезжайте. Ну, в храме еще хочу сказать, маленечко, вот прям немножко расскажу, что последнее время вот это на Покров приезжал к нам епископ. Я уже понимала, что я знала, что мне не надо там быть. И настроилась, что нет, я не пойду. Но в последний день, уже даже в тот, именно 14 числа, прямо перед самим приездом, вдруг у меня такая мысль, что там непременно будет речь идти о нас. Епископ Всеволод приезжал и думал, он, наверное, скажет, что-нибудь будет говорить. А я, если не приду, это будет за моей спиной. И все, что будет сказано, я могу узнать только уже из каких-то уст, что-то перефразировано, что-то добавлено, что-то, может, наоборот. Я прям быстренько-быстренько собралась и пошла. Встреча, я пришла туда, она уже, встреча подходила к концу, но как раз вот епископ говорил слово. И они там свои вопросы решали. Я зашла туда во храм. И как-то так получилось, что хозяин храма стоял возле двери, он меня прямо вот так вот втиснул туда, и прямо перед епископом я стояла, прямо перед ним вот так вот. Но когда закончились свои личные вопросы, он говорит, а вот у вас здесь есть женщина, которая на улице молится. Кто она? Я стою так, руку подняла. Ну, скажу так, что били меня очень больно. Я все выслушала. И когда он меня спросил, а ваше упование какое? А я сказала, я верую и исповедую Иисуса Христа, распятого и воскресшего. И начала говорить символ веры. А упование все изображено в символе веры. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа. И он говорит, достаточно. И люди как-то так сразу это, да хватит уже. И я на том, ну, разговор был серьезный, большой. И он мне прямо сказал, вы в секте, вы в большом обольщении, вам надо покаяться. И в заключении, уже к заключению, когда подходил, говорит, зачем вы два раза крестились? А я говорю, владыка, я дважды не крестилась. Мне только батюшка дал погружение в воде. Троекратное во имя Отца и Сына и Святого Духа. А он говорит, так вы и не знаете, что погружение – это и есть крещение. А я говорю, я подтверждаю, что это было действительно один раз. Раз это крещение, погружение, он своими устами. Это так Бог делает только. Это была самая главная молитва моя, что как донести, как людям рассказать, что нет этого крещения. И как вот профессор Батюшкин говорил, все остальное профанация. И он второй раз повторил. Он еще раз повторил. Это погружение, это и есть крещение. Она говорит, не слышит, что я ей говорю. Вам покаяться надо. И потом он мне сказал, а вы знаете, вот вы помните Лев Николаевич Толстой? За что был отлучен от церкви? Я сказала, у него было отречение. Отречение какое-то, забыла, какое я слово сказала. И он говорит, я очень волновалась, и я кое-что даже много из этих моментов, даже когда коснулась лично батюшки, и как вот он в свой адрес говорил, как говорил в свой адрес патриарха, некоторые слова я подзабыла. Я когда вышла оттуда от волнения, они как-то у меня сгладились, я даже вот, у меня это как-то в одно соединилось, вот это, я батюшке то, что касалось, я сказала. Вот. И я сказала, ну, вот так, за то-то, он говорит, все регалии назвал, это такой великий человек,
И ведь церковь на это не пошла, не посмотрела, его отлучили. Я это поняла как предупреждение мне. Я больше ни к чему это не могла привязать-то. И уже дома так осмысливала и думаю, значит, это он предупреждает. А я-то какая маленькая женщина, во-первых. Он мне сказал, женщина не должна ходить на благовестие. Ну, там это по благовестию. Не надо женщине ходить на благовестие. Вот даже такие вот моменты говорила потом. Мария Магдалина чудесная. Ну, я ничего, во-первых, это в храме, во-вторых, передо мной стоит владыка. Я что могу сказать? Он владыка. Ну и он в конце сказал, эта женщина уже ко всем, ну, в адрес Игнатия Тихоновича были там сказано тоже. Вот, ну потом он в заключение сказал, эта женщина пусть заходит и молится в храме. И я на второй день зашла, это было на Покров, а в субботу я уже на вечерню пошла. Я пришла, меня из храма местный священник попросил выйти. А я разделась, я говорю, мне епископ сказал молиться в храме внутри, чтобы остановить все соблазны, чтобы не было соблазнов. Для покаяния, он мне сказал, для покаяния. Он говорит, а я с сектантами не молюсь вместе. Я молиться не буду. А там еще были свидетели, которые были в том составе, когда вот была встреча. Одна женщина сказала, говорит, правда ей епископ сказал? А он говорит, я не слышал. Она говорит, я подтверждаю, что он сказал. И тогда он говорит, я пойду, сейчас позвоню. Он ушел, долго не было, звонил, но потом пришел он и сказал мне, Нина, я встала. Я не дозвонился, но я буду еще узнавать. И службу он не провел, но так тот день было такого упоминания святого. Это совершили вот короткий такой молебен. Ну и все. А на утро воскресенье он меня совсем не впустил. Я вышла, я подхожу, он стоял в притворе, то есть в верандочке поджидал, наверное, одевший был. И он сказал, вы не зайдете. Мы с ним долго беседовали, уже время службы началось. Я снова о крещении, все уперлось в Тамару. Мне он напоминал Тамару, что это я говорю, ну вы же слышали, епископ сказал, что погружение является крещением. Ну и обратный ход. Сделайте. Что такое крещение? Это погружение. На обливание, что ее обливанием, я говорю, у вас не было обливания вообще, ни в то время, ни сейчас. Он говорит, у нас условия не такие, нам условия не позволяют это делать, мы делаем так, как у нас. Но я говорю, вы все же, я говорю, давайте мы так, мы христиане, и я все же, это я христианка, и я хочу, чтобы мы так вот по-христиански поступали. Я сейчас пойду домой. Я не могла физически, просто имела такую нагрузку, я не могла ни там быть, ни на улице, нигде. И я говорю, я сейчас пойду домой, а вы, пожалуйста, выясните до конца наши взаимоотношения. И это мне как-то, в следующее воскресенье, если Бог даст, я подойду, вы мне скажите. И в следующее воскресенье, когда я пришла, я зашла туда и говорю это, как-то вот мне передайте священнику, что я пришла узнать, что, как он переговоры провел. Он вышел сам. Он сделал выдержку из письма Тамары, ныне покойной, где она рассказывает о нашей встрече, как это. И там я приводила места писания Матфея и Луки, вот «Дом ваш пуст». Вот это вот. И там Тамара говорит, и еще она сказала, что когда вышла и исполнила вот это вот евангельское учение, отрисла прах. И он говорит, с тех пор священник, это все он зачитал, люди охали, стояли. Ну, там людей там, не знаю, было в тот день, я так почитала, было 11 человек. Ну, это большой состав для них, 11 человек. Но из них 3 человека павловские были. И он говорит, у нас практически ничего не изменилось, все осталось так же. Я к епископу не дозвонился, я съездил к нему сам. То
То есть он съездил, поговорил, и епископ мне сказал, что ну вы, конечно, лучше знаете, и решайте сами, как вам быть. И он говорит, и я решил, что нам не надо вместе быть, ну, то есть я вам не разрешаю. Я вам разрешу в том случае, если вы больше прекратите всякое общение с вашей общиной, отрекетесь, принесете покаяние, тогда только зайдете. Я говорю, я вас всех очень благодарю, вы приняли участие в моей жизни, но ваши условия мне не годятся. Вышла, и больше я, ну, думаю, я больше не пойду туда. И в воскресенье я больше не пошла, в прошлое воскресенье я никуда не пошла. В этом вот приехала сюда, муж меня отпустил, и я много думала, как же я буду. И вот как-то, знаете, хочу я или не хочу, а у меня сердце не может остановиться на том, что я вот пребываю дома. Людям я свидетельствую, люди, когда мне встречаются, рассказывают, где бы я ни была, где бы что-то не было, я обязательно свидетельствую об Иисусе Христе. Я исповедую Иисуса Христа. Больше мне ничего не надо. И думаю, а смогу я не пойти? Не смогу. Вот даже одно то, что оставить выходной день, я даже вот по одеждам скучаю, что у меня домашняя одежда, а мне надо храмовую одежду одеть. Я одеваю храмовую одежду и думаю, я так и буду продолжать. Я одену храмовую, пусть я не смогу зиму стоять. Я уже и сейчас стояла, и под снегом уже стояла, и под дождем уже стояла. И думаю, нет. Пусть я даже у меня хватит если сил, ну хотя бы подойти ко кресту и три поклона совершить. Уж на это-то Бог даст силы мне, чтобы не было. И я пойду. Это ну и насчет лагеря. Когда мы ездили, вот женщина, которая была здесь, она хотела, какая-то женщина с детьми была. Елена. Да, Елена. Да. Дорогой мы с ней долго разговаривали, всю дорогу и беседовали с ней. И я говорю, знаете, вот та сила и вот та энергия и то желание, та жажда жить, которую дал мне Бог, и то я поняла, что мне этот вопрос всегда задают, и сейчас епископ мне задал этот вопрос. Так почему бы вам в Потеряевку не поехать? Я уже сейчас в моем возрасте не смогу это сделать при больном-то муже. И я ей сказала, все можно. Она говорит, ну у меня дети, ну дай-ка они еще маленькие дети. Это время, пока они будут подрастать, какие они помощники, это понятно. Вы будете всегда к людям обращаться за помощью. Самое главное – это транспорт. Все можно и в огороде, и в доме, и за детьми, все можно сделать. Но вы будете оторваны, у вас нет транспорта, и вы сами имеете водительские права. Нет, вот это в первую очередь, что вы должны сделать. Научиться самой водить машину, чтобы, ну там люди, ну ведь их там сколько мало, и они будут отвлекать от своих работ, и будут с тобой. Ты один раз попросишь, другой раз, а на третий... Совесть заговорит, она будет всегда тебя бить за это, что как так, я людей-то отвлекаю на себя, а там они не бездействуют люди, они там живут активно и должны будут. И вот это вот мой совет. Я не знаю, послушает она его, не послушает. Но я когда приехали в Потеряевку и посмотрела, какие там работы проведены, и я понимаю, я уже кое-что слышала, вот, ну, от этого, какой был нынешний сезон, вот прошлый, вот это лето, какое бедствие было, положение какое. А я столько лет отдала лагерю, и мне так стало совестно, и мне стыдно стало перед моими наставниками, столько в меня вложили, столько мне было дано. Это Бог такое чудо сделал, что вот среди людей я этих была, я училась жить по-другому, я училась любить. Не только вот, даже вот окружающую среду я любила, я училась любить ее по-другому, не как это было у меня. И мне так было совестно, я подошла и говорю, я на будущий год, имейте в виду, сколько Бог даст мне силы, я приеду, и на что я буду способна, я это сделаю. Потом вот с Галей мы повстречались, я говорю, Галя, я на полтора месяца не смогу, а вот понедельки, во-первых, у меня муж дома, он больной, он инвалид, я его не могу на все. Давай понедельки, как-нибудь буду договариваться. Буду просить людей, соседей, чтобы мне это, ну, помогли Виктору моему, чтобы он там эту неделю, а я буду там, где я.
нужна. Да поможет вам Господь. Аллилуйя. Все. Слава Богу за все. Забыл я сказать новость одну. Никита Колесников работает на тракторе. Барабаш его обучает на кунях. На воз грузит, там это значит, возит. Вот. Будет трактористом и командером. Барабаш уже говорит, я возьму его в свое хозяйство работать. Молодец. Хорошо заборов не потеряет. Нет, приедет сейчас, зима. Так, видите, маленький вопрос коснулся о лагере, а его даже никак, как будто не слышали. Видите, сколько? Они встретились там в лагере, ехали вместе, и дальше, и прочее, и все такое. Ну, а остальное все уже сказано. Я поделюсь некоторыми моментами важными для прославления Бога, чтобы нам подняться на третью ступеньку в молитве. А то все дай, 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 вот только дай, дай. Вот посчитайте, сколько сегодня у нас пришло людей, о которых мы молились, как тяжело больных, которые необходима просто помощь была. И они среди нас здесь. Вот я не вижу здесь маленькие, это Акилина, делали вторую операцию. Вот, Галина Васильевна, пожалуйста. Вот я гляжу, что-то не видно, где Сангаева Татьяна. Там. Здесь вот, вот она. Вот она. Вот она тоже, видите как, тоже пришла в первый раз об этой болезни. Еще кого-то сегодня видел, кроме не вот этих, еще Маргарита. Человека два. Маргарита, Зверева. Татьяна. Видите как? Татьяна. Нужно сказать, чтобы все точно так же, как просят помолиться об операции, о болезни, точно так же научились звонить, что Бог услышал, Бог ответил, я благодарен, на вторую ступень. И дали третье словословие. Просто имейте это в виду. Они так, молитесь, мой сын уехал, я молюсь. Прихожу, он здесь уже, я говорю, а почему ж ты отбой-то не дала? Почему на вторую ступень не пожаловала смотреть? Когда мы благодарим Бога, Бог открывает нам возможность просить снова что-то еще. Это надо научиться молиться-то еще. И написано, не искушай Господа Бога твоего, когда приступаешь к молитве. Иоанн Златоуст непрерывно говорит, получили мы, не получили, уже благодари заранее. Вот Господь, когда молится, благодарю тебя, Господи, что ты услышал меня, а еще ничего нету, еще Лазарь не воскрес, а уже Господь благодарит. Мы должны заранее знать, что Бог слышит, а ответ Он знает, какой дать. Притом у Бога эта программа на нас заложена была до нашего рождения. Он знает, полезно это или не полезно. Бога за грудки брать не надо. Не дашь? Я... Бог знает, когда дать и в какой момент остановить. Вот сосед, я на квартире жил, а он решил над ней посмеяться. А если Бог, Он есть, пусть Он мне пол-литру даст. Она говорит, он тебе даст, только ты сильно кричать будешь. Они буквально на следующий день поехали на охоту. И он ему там один влепил заряд в колено. Пошло заражение, ногу оттяпали выше колена. И когда встретились, он говорит, Элита Григорьевна, что я говорил? А мы-то как раз выпили бутылку, он дал мне Бог. Из этой бутылки-то что у нас вылезло теперь? Я на одной ноге теперь, я только вернулся с армии. Поэтому не искушайте Господа Бога. Да очень мне хочется вот это, но как ему угодно. Это первый вопрос. Благодарить. Вот этим книгам, которые лежат на столе, хотя не всем, но они друг за другом выходили, 14 лет. 14 лет рассылаем книги полным комплектом в Америку, там, в Канаду, в Австралию, я не знаю, куда только не относятся, Шотландию, Ирландию, Великобританию, то есть это везде они есть. И не было ни одной потери. Это разве не милость Божия? Вот сейчас спасал я, а полный комплект, это две коробки и два пакета. Два пакета в Испанию пришли, а двух коробок нет. Почему? Оказывается, наземным транспортом, а маленькие, здорово это вообще, а маленькие аэропортом пришли. Я посмотрел, у них срок доставки два месяца, а я через одну неделю думал, получат. То есть надо маленько что-то знать. Поблагодарить Бога, что Господь так дивно хранит такое сокровище. Люди, получившие книги, проходят время и говорят, сегодняшнее воскресенье, один пишет, мы с женой, я позвонил уже, сказал, ну, видимо, увижу еще, пастор называют. Пастор такого нет, есть пастырь. Пастор это уже не православное. Это они заменили слово священник. Священник им претит говорить, да его и там нету, пастор. Мы сказали ему, что мы уходим в православие. Книги эти работают. И работают так, что... Может, 100 человек рядом будут говорить, они даже не увидят, какая идет работа. Перешли в православие. А там первым делом они подошли что-то, я не знаю,
Ну, самое простое, там что-то. И с них сразу деньги. Там что-то помолиться за живых, они поняли, что можно за усопших. И за все дай деньги. Ну, за молитву деньги. Ну что самое неприкрытая симония. О чем патриарх Алексей II говорил. Второе. У нас новый человек, Роман, фамилия Малыш. Я правильно говорю? Немножко расскажи о себе и как ты тут оказался в углу сидеть. Можно я по, это, как бы к собранию, вне повестки просто, быстренько скажу? Так. У нас древние-предревние свидетельства о крещении, о венчании. Нам нужно новые бланки разработать. В рабочем порядке не получается, поэтому вот на собрании говорю. Ну вот к кому обратился, вот. Ну, главный, кто бланки все делал, Алексей Викторович. Может, кто-то подключится, поможет. Может, даже цветные как-то сделать. Чтобы было правильное наименование нашей организации. Понятно. Да уже живые картинки можно делать. А то уж прям такие у нас. Вопрос и заменить не стоял, старый на понятно, что есть. Ну, можно молодец. И заменить. Понятно. Марин, Марин, стоп, туда же. Мне напоминает в одно выражение, говорят, раньше люди причащали золотыми сердцами из деревянных чаш. А сейчас, говорят, из золотых чаш деревянными сердцами. Да. Но хоть я видел, которые выдают крещение, там красочно, там вообще, а крещения нет никакого, ладошка мокрая задели по голове и все. У нас полное крещение, катехизация идет от 3 до 5 лет даже. Ну, а на бумажке на обыкновенной сделал, так что... Дело не в том, что на обыкновенной бумажке, а дело в том, что у нас там неверные сведения указаны. Ну, в общем, к Алексею вот обратиться. Вот это все надо поменять. И Севастьяну, что правильно юридически было составлено. Не без изменения, а уточнения информации всех. Расскажи коротко, кто ты, откуда и зачем ты тут появился? Я родом с Украины, с Прикарпатского региона, Черновицкой области. Но последние 8 лет я проживал то в Москве, а потом под Москвой. Ну, Господь, ну как бы жизнь моя на два периода делится. Первое, я, как бы, используя, может, слова Стерлигова, балбеса, безбожника, первая часть. Ну, а вторая уже обратившегося к верующего. Вот, ну, началось все с Нового Завета. То есть моя безбожная жизнь, она привела меня к тому, что все это надавило на меня. Я толком не исповедовался, не причащался, а жил, ну, как все, как говорится, вот, не хуже и не лучше, так, и пил, и курил, и матерился, как говорится. Вот. Ну, и это все надавило, и упал в небольшое уныние. Вот. И, ища выхода из ситуации, я, Господь послал мне человека, который мне посоветовал читать Библию, Новый Завет. Он говорит, ну, у меня были, говорит, проблемы, там мне кто-то сказал, я начал читать, и все изменилось. Ну, я начал вспоминать, у меня же Новый Завет где-то есть. Я пришел домой, тумбочка такая, она как гладь. Ну, и что удивительно, этот Новый Завет вообще на дне был. То есть, сверху там куча литературы, там и любовные романы, и техническая литература, и что-то там только не было. Я вот это все достал оттуда его. А он как сказал? Говорит, открываешь просто на любой странице, говорит, и читаешь. Я действительно раз достал, прочитал страницу. Ходил, что-то такое интересное. Потом вот так читал, и как-то я понял, что те вопросы, которые у меня были на сердце, как-то они вот в этой книге, то есть, и я понял, что Господь мне отвечает. Мне даже как-то чудо, казалось чудом, то есть, что мне надо, он раз открыл, прочитал. Ну и так постепенно я дошел к тому, что вот прочитал, что заповеди есть не убей. А я говорю, гневающийся на ближнего своего понапрасну нарушает. Я как будто передо мной стала стена такая всех моих гневных вспышек за всю жизнь. Я как бы, а я думал, что я, ну, никого не убил, нормальный, там, православный, живу себе спокойно, и все нормально у меня все будет. Вот. Ну и так, уже компьютер у меня был я в Москве. Я думал, ну давай я 10 заповедей-то знал вроде бы, давай изучу их конкретно. И набрал 10 заповедей, я начал изучать, а я ни одной-то не исполняю, 10 заповедей. И от этого как будто мне на сердце, такое сокрушение было на сердце. И я упал на колени, у меня слезы лились просто с меня. Я как бы, вот Игнатия Тихоновича читал сейчас, для Слова Божия нет уст. Вот у меня, ну, подобие такое было, то есть,
Я как бы проклинал день своего рождения. Господи, почему я живу? Лучше меня не было, никто бы не знал этого Романа Малыша, такого безбожника. Вот. Но потом постепенно пришел в себя и, ну, понял, что надо исповедоваться. Я научился тоже все из интернета, как правильно идти на исповедь, как готовиться. Вот. Это было во время как раз Великого Поста. Ну и каждую неделю я приходил в храм вот с таким пицитицитом. То есть я выписывал, что вспоминал, мне Бог дал память, и я все выписывал, приходил, каялся, причащался, потом узнал о соборовании. Пошел, соборовался. И вот в один воскресный день Господь как бы даровал мне такое, то есть состояние. Я вышел из метро, и вот чувствую, как будто иду, а асфальта под собой не чувствую. И такое, везде как будто что-то поет, все живое, радость такая на душе. А все вокруг люди, они как будто мои братья. Я их всех люблю, такое удивительное такое чувство любви ко всем. То есть они разные национальности, там вообще разные люди. Там может мусульмане, ну не знаю, это Москва, там может 100 национальностей. Такая радость, я еще думаю, ну все, говорят, ты приплыл, тебя психушка ждет, с ума сажу еще. Ну такое состояние, как будто действительно лечу. Что такое? Я не смог понять. Ну, пришел, ну что такое, Господи, со мной творится? Может, действительно я с ума схожу? Ну так еще так, потом по накатной уже отходил это. Через 5 дней уже полностью, ну, вошел в работу. Через 3 месяца я только дочитался, что я свою душу освободил, то есть покаяние. И вот у меня просто радовалась душа. То есть я понял тогда только, что какая сила покаяния есть. Вот, и Господь простил меня. Ну и потом начал я самообразовываться, то есть искать какие-то лекции в интернете. Там. Вот. Поначалу слушал много Алексея Ильича Осипова, там, Олега Стеняева, Дмитрия Сысоева, там, ну многих слушал. А потом у меня один знакомый инвалид, он без ног, Алексей тоже из Донецка где-то. Мы так познакомились по интернету, он просил помочь, и я нашел время, в воскресенье, там, сделал ему услугу. Ну, вот. И он говорит, а вот в одной беседе с ним по скайпу, он говорит, а вот Игнатия Лапкина, говорит, вы знаете, Роман? Я говорю, нет. Он мне, как бы, ссылку прислал. Ну, я нажал, послушал, там, минуту, две, пять, и сразу, то есть у меня сразу... Я послушал какой-то голос, вообще тот, который я хотел услышать. То есть я услышал действительно голос Божий. И когда я начал с азартом, как бы человек азартный, начал смотреть вот эти видеоролики, когда я послушал о бороде, я сразу знал, что я буду бородатым. То есть это... И никто меня не переубедит. То есть, потом, когда десятине, я знал, что я буду тебе платить, все. И так постепенно. Вот. Потом уже я вышел в скайпе. Игнатию Тихоновичу очень легко. Я не думал, что я думаю, там не просто так. Мы побеседовали, там я вопросы задавал, а потом и книги заказал. Ну и постепенно, ну время шло, это было где-то 2,5 года назад. Вот. Ну и когда пришло время жениться, как бы я к жене как бы хожу, ну думаю, на сердце постоянно приходит. Предупреди, что ты будешь с бородой. Ну так приходит, ну что такое? Раз так твердо, второй, третий. Я говорю, Мария, ну я буду бородатый, ты не против, у тебя то есть, не будет никаких претензий. Там. Она ответила, ну я надеюсь, не сразу после свадьбы. То есть, ну я говорю, как получится, я не знаю. Ну, женились мы. Через 2-1,5 месяца проходит. Это было за 2 недели до праздника воздвижения Христа Господнего. Ну, я побрился в очередной раз. И у меня такое раздражение вот здесь полностью. Целую неделю так лицо. Ну, до субботы прошло. Субботу я опять побрился. Опять такое раздражение. Думаю, что такое? И уже накануне праздника опять я беру лезвие в руки. Что-то, Господи, ну если мне уже пора прекращать бриться, может... Ну пошли еще раз раздражение. А у меня лезвие новое, все, я их меняю, думаю, может лезвие какие-то уже, может инфекция. На второй день у меня голова, шея, все полностью. Вся голова и шея, все полностью в раздражении. Ну я понял, душа моя возрадовалась, и я уже с тех пор вот бросил бриться.
Ну, а как росла моя борода, так и злость жены росла. А когда приехал к ее родственникам в Волынскую область, там и теща уже, а я был предупрежден, то есть первая жена и теща. То есть я в этом, ну, думаю, время пройдет, но время-то все равно становится на свои места. Ну, приеду, я редко к нам приезжал, к ним приехал, ну, побрели, там уже и баптистов к себе позвали, они все брили меня всей толпой, там их может человек 10. Ну, думаю, ладно, потерплю, там несколько дней уеду, все равно, что? Они что-то доказывали, но говорю, ну это же по Библии, по Слову Божьему, ну почему вы? Это Господь так заповедал, не постригай края бороды своей, я мужчина, женщина не растет. Говорю, теща, ну почему у вас, почему вы ходите без бороды? А у меня не растет, я женщина. Ну а я мужчина, говорю. Ну, как бы каждый следующий приезд, это все усугублялось. А я уже 3 года назад хотел, то есть, уйти на землю. То есть я видел, что нужно иметь свою землю, нужно своими руками ее вспахивать, выращивать что-то свое. Потому что в магазинах везде химия, вот эта вся отрава. Там не знаешь, что покупаешь, еще кушаешь. И уже молодые, смотрю, инфаркт, инсульт, мои одногодки. То есть я постепенно к этому шел. Ну, жена, когда я сказал жене, вот, может, потеряю, поедем, она сразу против. А она еще была как бы в таком нейтральном положении, но пришли как-то в храм, и батюшка каждое воскресенье там по благословению раздавали воскресные листки, и там поучение святых отцов. Ну и в одно из воскресенье к этим поучениям такая бумажка, и там, внимание, секта Лапкин. То есть это распространило, и она мне сразу раз, вот видишь. Да говорю, батюшка, просто не вник, там, наверное, сверху разослали, как сейчас, может, по храму разослали эту. Он там не разобрался, я-то пустил ход и все. Он даже, наверное, не вникал, поэтому. А батюшка, ну, очень хороший батюшка, ну. Ну и тут уже все, вот это вооружились все. Уже и теща, они уже конкретно вооружились против меня. Вот, ну, думаю, ладно, какая потерялка, буду жить там уже. Все равно уходить на землю, я собрал денег, Господь дал мне, я приехал. Планы там настроил такие, строиться, материал завозить, землю там, покупать или искать. Я приехал, что-то совсем не то. То есть 6 человек, они как-то так агрессивно против меня настроены. И, ну, думаю, я же ничего им не сделал. Ну что я, ну приехал. Да вот ты там связался с этими. 6 человек тебе говорят, сбрей бороду, смирись, у тебя гордыня и прелесть. Ты там с Лапкиным сектантом связался и все это. Ну... День, второй, третий. Я говорю, поймите, они все были, там теща была. Но я там заметил, что теща, там слово теща важнее. Я говорю, у меня в моем роду все были мужики хозяевами. И я не знаю такого. Я мужчина, я глава семьи. То есть я, мое слово, это закон для моей семьи. Что такое? Жена мной не будет управлять. Вот здесь вообще началось там. Они повезли меня к. Нашли старца. Там у них. Не и знаю, ему 89 лет. Повезли, свозили туда. Что и чем повезли? Ну, как повезли. Как будто да. То есть, давай съездим туда, что скажет старец. Мы приехали. Ну, он, ему 89 лет. Он, какой вопрос? Я говорю, думаю, все хорошо, говорю. Господь все дает, и деньги, и все. Но у нас проблема, говорю, насчет веры. То есть, я начал читать Библию, говорю, и так. Понял, что мужчина должен быть с бородой, и там я говорю, ну, остальные моменты, то есть отчинаш, когда я молюсь, то есть у меня именно из Библии отчинаш, молитвословие там одной не хватает фразы, а в храме батюшка еще там добавляет лишнюю, верую, говорю, духа истинного, тоже, говорю, убрали, я нашел, кстати, покопался там и нашел действительно, что по старославянскому, раньше до этих реформ было истинного духа, ну, он так, как бы, занял нейтральную позицию, говорит, борода не спасает, говорит, ну а мы не ангелы, что, мы люди, говорит, ну я говорю, я понимаю, но все равно я мужчина, я глава семьи, и я считаю, что... Да вот ты с бородой? Ну да, с бородой. Молодцы, сами с бородой. В общем, приехали, никакого толку, то есть он еще, старец пошутил в конце, говорит, да ты... Ты ему там коньячка налей, говорит, он заснет, ты ему там постриги, там шутку. Ну, домой приехали, а жена говорит, а старец сказал сбрить бороду.
Я говорю, да он же не сказал, зачем ты обманываешь? Он сказал, пошутил там. Ну, то есть ничем, я увидел, глухая стена кругом. А я как-то уже привык, что там, где мое место, Господь все устраивает. Он и людей посылает, и как бы помогает очень мне. А тут глухая стена. Ну, я говорю, что мы будем здесь ругаться, спорить? Говорю, давайте я поеду. Время восстановить все на места, и потом будем решать. То есть я собрался и уехал в Москву. И потом что, подождал я 10 дней, смотрю... Так это что, все на Украине происходит? Это происходило на Украине, и да. И вот эта Лапкина секта тоже на Украине? Нет, ну... Ну то, что запил... Листочки секта Лапкина. Нет, это было Подмосковье. А, ну слава богу. Я думаю, ну, что до Украины такое дошло уже. То есть, приехал я и, ну, думаю, что, мне дорога открыта, то есть я хотел очень потерять, мне это как-то по душе все. Все, что я слышал, все видеоролики, все вот это, я как будто с вами всегда здесь был. Мне это все нравилось, я от корочки до корочки все просматривал, и я понял, что здесь мое место. И так я помолился и думаю, ну, свяжусь с Игнатием Тихоновичем. Потом я уже рассказал эту ситуацию, говорю, хочу у вас поселиться. Он говорит, хорошо, мы вас знаем. У нас там условия, не пьет, не курит. Ну я тоже не пью, не курю. Господь меня очистил. И все, и вот здесь кратко так. Аллилуйя. Аллилуйя. Машина сейчас в двери большая стоит. Супружница. Ну, до последнего. Вот вчера я ехал из Потеряйки, мне товарищ мой, друг детства, позвонил. Он тоже, как и я, бросил и курить, и пить. То есть у него тоже постепенно. Он уже ролики ваши смотрит, и у него семья там смотрит, все. И он говорит, жена твоя, говорит, позвонила, говорю, что? Ну, говорит, она до последнего ждала, что я там приеду. А когда уже увидела, что я уехал, потому что я как бы там фотографию отослал, что я еду. И она немножко там в отчаянии, ну я говорю, ну что? А, ты сейчас один тут, да? Пока один. А, понял. Ну, с Богом я. Не, я по-человечески. И борода, камень преткновения. Ну, не только борода там, и то есть... Это у всех такое. И вот это и за веру, и да, это... Понятно. Симптом. Классика. Ну, здесь, она, не все, как Марина, переборола. А вот прямо перед, минуточку, перед отъездом сюда, я же в последнее время начал ходить на Берсеневку, к батюшке Кириллу там. То есть там они, ну все там припоясаны, все бородатые, все одинаковые. То есть. А до того я ходил в Казанский храм, это в Московской области, Истринский район. Ну и... Думаю, ну что, батюшку позову, пускай посвятую машину купил, пускай посветит мои вагончики, вот я все-таки. Батюшка приехал. Ну и пускай, где твоя машина? Говорю, вот. Вот такой, ну ладно, посветил машину. И что ты будешь делать-то? Говорю, ну вот вагончики я гружу, это мои вещи здесь, все. Да. А там что? Ну там будут строиться, а что? Жену бросил, куда-то уезжает. Что еще светить? Ну говорю, вот товарища машину посветите. Это который со мной был, Вячеслав Кирилл. Он пошел светить, это потом мне уже Славик рассказывает. А ты что, тоже как он, говорит Славику? Тоже туда едешь? Он, да. Но я туда и обратно. А, но я его не благословил. Тут, он же не понимает, Славик, он далек от этого. Ну и потом опять батюшка подходит. Ну ты понимаешь, Роман, ну надо быть в церкви. Там этот Игнатий Тихонович, такой там иногда городит. Говорю, ну... Вы что, не видели? Говорю, там епископ, говорю, с Московской патриархии, у них литургию служит. Вы что, не видели? Да ты что? Говорю, да. Ну, мне некогда, может, это... Ну... А говорю, вы знаете такую фамилию Максим Степаненко, такого человека? Ну, что-то знакомое, ну... Говорю, это ученик Дворкина, он работал в миссионерском отделе. Дворкин ему поручил, говорю, изучить, ну... Вот эту типа секту, да, там найти на них компромат. Он пересмотрел, говорю, там больше 1000 роликов. Пошел, говорю, принял там крещение, все, сейчас он гонил. Говорю, а ты что? Он так... Ну так немножко такая пауза, потом... Ну, ладно, посмотрим. Так, достает крест, благословил меня, Роман. Ну давай, Роман, помолись за меня, говорит, и свою веку. Да, и благословиться. Быть... Значит, крещение в этом году он принимал в Потеряевке, и вот этот фура-то стоит большая, это он едет в Потеряевку. Самое главное, ты не сказал, что еще. Приехал в первый день и купил себе легковую машину, о которой в Потеряевке была, я не знаю, продал или отдал там этот товарищ.
который тот уехал. А эта машинка вот стоит там дальше к сараям нашим. Это его уже здесь купил в Барнауле. И вот это вот. Я спрашивал, сколько тонн в ней примерно? В ней груза 23 тонны. Я сам не ожидал. Это собирал. 23 тонны вместе с контейнерами. Там у вас бушку можем построить, да? Ну там у меня по факту это жилье. Я жил уже последнее время вот в Волоте. Урал проехал. Я боялся той площадки, где ночевали, где там к нам под нас. А где по пятерке, по семерке? По пятерке? По трассе? По нижней. Это с чем? Ну, через... Челябинск. Нет, через Тольятти, да? Ну да, через... Мы вышли в Омск. Златоуст захватывали? С Москвы шел. Златоуст, да. Златоуст по нашей дороге. Нет. С Москвы что, через Тольятти шел, через Самару? Так, ну ладно, а то я не успею сказать. Вчера мне Сергей Павлович подал Евангелие вот это. Можно ли его раздавать? Евангелие от Иоанна. Я посмотрел и дома только под лупу. Оказывается, это падает вот слаломы разные на лыжах. И там рука его сверху поддерживает. Смысл какой? Ну, Сергей, ты мне сказал вчера, что это не синодальные? Не синодальные, да. А ты сам-то считал? Нет. Ну, по-честному. Ну, дайте, пожалуйста, посмотреть. Так, значит, я сейчас закончу. Предисловие хорошее и послесловие хорошее. И называется, кто распространяет, Лига карманного Евангелия. Девчонка одна сказала, чтобы пошла кому-то, дяденька, вы пришайте карман, а потом Евангелие вот это помаленьке положите. Как Игнать? Столетия назад она сказала, чтобы было кому дать. И теперь целая лига образовалась на этих словах. Карманное Евангелие, пришайте карманы. Я посмотрел синодальные издания. Полностью, ни одной ошибки. Утверждает человек, что это нет, не синодальное. Не синодальное, как это оно может быть синодальное, когда там мать с маленькой буквы, матерь. Да, да не в букве дело, в переводе. Маленькая или большая, бывает, Бог пишет с маленькой, ошибутся там. Дело в том, что синодальный перевод. Передай. Так, его можно раздавать, но пока раздавайте, где написано благословение патриарха Кирилла. Чтобы слов не было. Достанете. Так, завтра какой день? 7 ноября. Вы знаете, что это было? Переворот. Столетие. Большего сказать урагана ни после ни одного события не пронеслось. Ни после Наполеона, ни после Гитлера. С Россией что было? Революция? А теперь день единства, как это удается или не удается. Поэтому поблагодарить Бога, что мы живы. Вот в Испании там сделали так. Гражданская прошла война, было совещание. И один памятник поставили, и красным, и белым. Аминь. Мы на суд Божий идем. Вот что необходимо. Не упирайся, а то они у нас убили, столько убили, ты убил, теперь за новое тебе с собой рассчитывать все будут. А когда не убивал, убили, на этом кончилось все. У нас одно оружие – любовь. И мы должны показать, все это была революция без любви, с обманом, хитростью, и мы знаем, кто ее сделал. Дальше. Смотрители где? Впереди в этих смотрителях еще и староста стоит, смотрит. И больше всего. Вот на что приходится обращать внимание? Некоторые братья, смотрите. Вот стоит человек, вот так, стоит две ноги. Раз, ногу подогнул. Нога вот. Выпрямил, вторую подогнул. То есть ноги на ногу. Ты знаешь, о ком я говорю? Прямо секунда одна, раз на другую ногу. Вы не думайте, что это просто так. В житиях святых написано, святые никогда не подгибали ноги. Никогда. Как жирафы, говорит, на болоте, не поднимай это, не сгибай ноги. А что? Ну ты видел, как стоят? У мертвого трупа там стоят, у мавзолея. А ты к Богу пришел, что это расслабленность. Вот когда команда смирна и команда вольна, тогда сразу они ногу как угодно могут. Здесь одна команда была, мы пришли на литургию, на богослужение, команда смирна. И вот есть люди, которые вот так делают, стоят, на носки поднимется, а потом качнется и опять вот так качнется и опять. Люди... Тут не надо быть большим психологом. Это не просто. Он стоит, на носки поднимется, а потом опять опустился на пятку. Маленько погодя, опять поднимается. Потеряевку приехал один. Я ему говорю, а зачем ты так делаешь? А что? Ну зачем ты в храме это делаешь? Ты же знаешь, что это такое. Не знаю. Я как называется блудная лихорадка. Тебя блуд мучает. Тебя этот тестостерон поднимает вихрь. А как вы узнали? А я, говорит, всю службу стоял, о блуде думал. Службу в храме стоял, о блуде думал. На свечку смотрит, а видит другое.
как сегодня пасхальные куличи и что-то, да. А это фаллический, языческий там начинает на что, то есть безумие. Виктор Андреевич, помнишь, я как-то говорил о покашлении это? И он, я сказал, что это признак очень нехороший. Вот он стоит перед вами человек, маленько погодя. Я ему сказал, это признак такого-то нехорошего явления. И он говорит, за собой заметил, полностью истребил, нету. Надо работать над собой. Работать. В храме ногу не подгибать. Зачем бы жития на это указывали? И не облокачиваться ни на что. Никогда не облокачивался. Как пример, у нас в Потеряевке плотников Серафима Гавриловна, 90 лет. 90. Ее никто ни разу не видел, сидящей в храме. Никогда не видел, чтобы она подгибала ноги. И она с огорода не вылазит. Это 90 лет. У нас таких еще нету. Она как свечка горит. Ни разу, нигде не было, чтобы она присела, ее сидящие, наверное, не видели. Она просто растряпает. Вот вам пример, живые примеры, которые... Как один старец умер, я слышал. Ну, а чем помянуть, не знаю. Ну, обыкновенный, как все. А кто-то сказал, да кого он, говорит, никогда не пропускал ни вечернее, ни утреннее богослужение. Подумали, да, да дети приезжают, да, дача. Ни на что не смотрел. До самого смертного часа не пропустил ни одного богослужения. Он уже вписан в аналы той местности. Я вам говорю не зря, просто проверить надо себя. Вы думаете, ничего это не значит? Зачем же тогда это было бы указано? Священное Писание неоднократно говорит о том, что человек должен со всяческим вниманием и не искушать Бога. А Златоуст говорит, как тебе Бог услышит, когда ты сам себя не слышишь? И крестное знамение, гляжу, девочка молится вот так вот сверху, и вот сюда вниз, и все она. Она может так перекреститься? Может. Занимайся. Почему? А вот так молится, когда вот сюда вот махание, бесы радуются. Бесы радуются. Святой Иоанн Златоуст не опровергает. А я бесов не видел. Да что ж ты будешь видеть-то? Вот когда напьешься, говорит, тогда чертики явятся тебе. Махание. Какое махание? Ну вот я поднял руку. Не буду ни одного слова говорить. Что это означает? Ничего нет. Обыкновенная рука. Рука вперед. Римское приветствие. Не ровно. Не вниз. Вот так это так. А вот так вот кверху поднять. Вот, ну, где-то, может, 45, там, 40 градусов. И вся страна стояла, выкидывала руку. А потом руки и ноги поотрубали за это. Халь, кричат, открывшее хайло. Появилось, сгинуло, ушло. Это все значит. Если ничего не значит, зачем на батюшке эта восьмиконечная звезда? Почему у масонов шестиконечная? Почему у коммунистов, у сионистов? А почему у масонов пятиконечная звезда? Ничего не значит, а сам себе человек руки раскинь, а контур сделай, звезда. Самое настоящее. Все имеет значение. Ты не думаешь, что галстук не имеет значения. Я уже в прошлый раз говорил. Я решил посмотреть в интернете. Чисто масонский знак. Вот сидят китайцы, сидят японцы, все, и все до одного в галстуках. Галстук снял, обязательно верхнюю пуговку надо расстегнуть. Этикет. Если бы у тебя здесь вот, у меня две пуговки здесь, нижнюю не имеешь права застегивать. Обязательно, чтобы была расстегнута. А если три пуговки, все можешь все застегнуть, но последнюю не... Это этикет. Этикет это не просто так. На этой пуговке кто-то сидит тебе. Это было показано. Если они взяли это на вооружение, ты один раз услышал, я как смотритель здесь тоже, староста, в первую очередь я должен смотреть. Не делайте этого. Вот у нас, я говорил, погоны не запрещено носить, а разрешено только тем, у кого воинское звание, и которые еще не на пенсии. Вот у нас платки как надевают. Видите, какая форма? Это старинная форма. Это на изображениях Сурикова, у Поленова, у Репина. И вот старобрядцы. Видел, половина девочка надевает платок до половины головы открыто. А где вы взяли? Ну, она девочка. Но он не женатый мальчик. Если вы считаете, что послание к Коринфянам там касается только замужних, тогда касается мужчин только женатых. А теперь она открытая. У нее полголовы открытая. Вот у отца Кирилла там все по-старобрядчески. Я говорю, и когда закроет? Ей 20 лет, 30, 40, 50. Она ее замуж никто не взял. Когда она голову закроет? Не знаю, значит, вы сами себе поставили это условие. А дальше, она вышла замуж, повенчалась, даже брачной ночи не было, муж погиб. Ей как теперь, наполовину голову открывать? Зачем вы путаете? Закрыта должна быть полностью. Так, а если мальчик это, ну, только к женатому, тогда не женатый может в шапке стоять.
Это очень просто, потому что это одно предложение через точку с запятой. Если к девочке делаете исключение, что голова может наполовину закрыта, это не закрыто. Наполовину шлюзы открыты, лодка потонет. Или полностью закрыта ни капли, ни одна волосина. Вы имеете это в виду, где будете встречать астасара обрядцами. Подскажите им. Тут еще такое. Иногда сам не зная, попадешь в точку. К нам приезжает один человек. Я ему говорю. Ну, я могу даже назвать, да фамилию не называть. Он, кажется, в переводе на русский означает нежный. Я не скажу, с какого языка. Он болезненно воспринимает. Я сказал, без нашего ведома, ты в рабочее здесь, в лагерь приехал работать, ты нигде не встречайся, с посторонними не разговаривай, с детьми не разговаривай. А почему? Устав такой. Тебе не надо это. Маленько погодя, я прихожу, его нету, а на Саманном где-то где? Велосипед взял и поехал на поле. А дальше я уже легко узнал, что он приехал и закурить. У кого есть, у трактористов. Здесь нельзя было закурить. Я это и знал, что ты куришь. На тебя это видно по пальцам, по губам и по глазам. У меня три свидетеля на твоем лице. Зачем ты это сделал? Ну, вот это я только так. Это и... угу. Теперь ты приехал сюда, через неделю домой просишься, ты ездишь напиться надо. Да нет! Сообщает, упал пьяный зимой. Собака злая, никого не подпускает, а он лежит на морозе, никто не может его взять. А уж когда взяли-то, там руки, кочерышки только остались. Вот какое дело. И когда я сказал, это не надо делать, а что вы как гестапо? Ну, а теперь без гестапо. Гестапо это НКВД. У нас НКВД, а там гестапо было. Они смотрели, чтобы нигде никакая муха не завелась. А тебе это не надо, ты считаешь это... Ты рабочий, зачем к ребятишкам подходишь и начинаешь с ними разговаривать? На них тоже распространяется, с посторонним не говорить. Я не потерял за 45 лет ни одного ребенка. Ни в чужую машину они не сели. Это наши правила. И он сделался врагом. Когда наступил суд, он пришел в суд. Я пришел Игнатию должок отдать. А его и не вызвали. С этим должком и остался. То это, когда я говорю, слова вам не нравятся, может, кому-то. А вы их испытайте потом. Тут приедет еще один человек, у меня просился, на декабрь. Не может отстать от каких-то там своих наваждений. Ну и у меня пожить. И он мне близкий и родственник. На декабрь. Он может приехать, а чтобы для вас это не было. Он однофамилец мой, племянник, родной племянник. Искушает враг. И не знает, как, что, все время страхи у него. Но я разрешил свои две простыни на улочку приезжай. Прокормить прокормлю. Он работник хороший, все у него. Там за границу отправляют, работает. И все. Страхи. Я говорю, ты не борись со страхами. Страх это хорошо. Страх всегда поощряется, начало мудрости. Поэтому если у кого-то невыносимо что-то, подходите и говорите мне. Я еще имею должность попечителя общины. Попечитель общины имеет право быть попечителем. Только тот человек, который был в узах, страдал. Не просто так. Это за особые заслуги перед Богом. А какое у вас право? Я имею право, которого, может быть, в Рауле никто не имеет. Какое? Когда человек будет пытаемый где-то и отрещется от Христа или что-то, то его отлучают вот на столько-то лет, там, на 12 лет. За него ходатайствовать может только тот, кто сам страдал. Какую льготу дают? То есть я могу прийти и сказать, знаете, это очень трудно, это тяжело, он не выдержал. 7 лет для него. Сделайте поменьше. То есть я могу только ходатайствовать, мне дано право. Вот на церковь, какая любящая мать наша. Почему? Я испытал это не просто так. Да я им бы показал, сиди спокойно, пока тебя по стенке не размазали. Сиди. Сиди и молись. Вот некоторые, я гляжу, нуждаются, чтобы нам побыть где-то вместе. А как вот, почему у вас живота такого нет? Я как-то из бани шел, сфотографировали, нету. Ну нету, мяса нету, и рыба бывает там по великим праздникам где-то. Ну остальное все, чего ради-то я буду? Нет, вот, надо, ну я, ты сам понимаешь, что у тебя ждет. Ждет тебя какая-то неприятность. Организм будет бунтовать. Вчера я долго выписывал, сколько это, не знаю, 30 или 40 человек выписал, у кого какой рост и вес. Космонавтов,
у Ленина, у других. Вот Володя стоит почти все, все Наполеон, все с его ростом были, а другие еще ниже. Вот, вот Володя. Один Гитлер был выше, 1,70 м, кажется, 5, на 3 сантиметра выше меня. И сколько весит? Гагарин, думаете, рост-то какой был? Володя, вот это Гагарин. Почему там большого-то не посадишь? Как готовили Терешкову, там что ее, она не выполнила там, что положено было. И Королев поклялся, пока я живой, ни одна женщина в космос не полетит. Но послал Савицкую-то направили, когда уже умер в 66-м. Что с ней там было? Я слышал от космонавтов, говорит, космонавтов, а там кто преподавал, со мной сидел. И теперь я все это нашел здесь. Надо отовсюду брать пример. Если там существуют и такие правила, то ведите себе здесь сами дома, когда никто не видит. Тебе охота пожевать, не трожь ничего, придет время. Мусульманский мир питается дважды в день, дважды в день, не трижды. Дважды, это 2 миллиарда людей сидят на этом. В Индии, я не знаю, может быть, по разу только питаются. Так, лишний вес — это отдаление от духовного. Ты будешь болеть и болеть. Ну, сами себя решайте, не будешь пальцем показывать. Я так и написал. У кого лишнее в пузо, переходите ко мне жить. У кто шофера здесь работает, вы подходите ко мне хотя бы, ну, когда приходим сюда и спросите, я не нужен или нужен. Так. О Бороде вот говорили. Я смотрю много роликов, мне нравятся документальные подводные лодки везде. И у немцев у всех все с бородами были. Сколько они там возвращаются, а потом бороду вообще не брили. Большинство подводников немецких с бородами. Я никогда раньше не видел, а сейчас смотрю документальные фильмы, мне ну, просто хочется узнать, как они думали. В трудные минуты искали Бога. Прямо совершенно невыходное положение. Господи, помоги. Только на Бога надеются, глубинные бомбы рвутся вокруг него. В подводном